В городском поселении Белый Яр рассмотрят возможность благоустройства стадиона. Инициативу выдвинул глава Сургутского района во время встречи с жителями. Их волнует вопрос восстановления металлического ограждения. В 2019 году подрядчик должен был заменить забор вокруг объекта, однако компания установила ограждение, не соответствующее проекту. Контракт был расторгнут, теперь подрядчик должен восстановить ограждение по решению суда. Но компания не выходит на связь. Компания нерадивая, то есть не выполнила свои обязательства. Сняли старый забор. Новый, который пытались поставить, он не соответствовал техническому заданию. Не соответствовал. И сейчас он лежит на стадионе, этот старый забор. Можно сделать и нужно сделать гораздо лучше, интереснее. Я не знаю, там дорожки обновить, внутри, может быть, там какой-то легкоатлетический манеж сделать, да. Ну, благоустроить. Подумайте, Валерий Валерьевич, мы готовы помочь. Можно эти, если возьметесь, то есть осмет, выполнить эти работы, а потом уже в плане регресса предъявить этому, там, как северный или какой медведь, да, там затраты по установке, в том числе и забора, если мы сделаем собственные силы. Почему? Потому что сделают забор, это же не решение проблемы. Да? Ну, будет забор, но внешний вид-то не очень приглядный. А фактически это центр поселка. Также прозвучал вопрос о том, когда выполнят остекление входной двери теплого остановочного комплекса. Ее разбили зимой. По словам главы городского поселения, подрядчик восстановит павильон до конца лета. В ходе встречи также стало известно о решении вопроса с недостроем, который находится рядом с домом на улице Фадеева в новом микрорайоне Гидронамыв. Администрация на протяжении нескольких лет пыталась найти выход и, похоже, сумела это сделать. Мы проработали очень тщательно этот вопрос и достигли немалых результатов. От бывшего собственника мы помогли сделать куплю-продажу этой незавершенки. В настоящий момент ведется ограждение территории. Замечательно. Поэтому мы очень надеемся, что в ближайший год, там, мы у вас от этого незавершенного строительства избавим, от этого неприглядного здания тоже.